Здравствуйте! Сегодня, уважаемые пользователи вашего компьютера, как разогнать процессор AMD Hammer? Давай сначала посмотрим на информацию. Сейчас загрузится программа Copyright. Так, видите, читаем, сейчас смотрим. AMD... Femprom 2800+. Name, видите, Focert 754. Видишь, читаем. AMD Hammer Family процессор. Модель процессора. Давай сначала перезагружаемся компьютер. Пуск, выключение. Сейчас вберусь. Так, смем кнопочка перезагрузка. Завершается работа компьютера Windows XP. Так, теперь вот. Так, мы сейчас будем разгонять процессор in AMD. Так, кнопку Delete. Все, мы зашли, соответственно, в меню BIOS. Настройки компьютера. Так, вот, на этот настройки. Вот. Заходим в BIOS Features. Давай мы сейчас заходим в CPU Friendly. Мы сейчас будем разгонять, ну, процессор. Изгорит процессор со скоростью. Так, 2,5 мегагерц. Все. Так, вот, 3 мегагерц. Чтобы сгорел процессор. А сейчас заходим PCI Clock. Так, на этой кнопочке. Сгорит процессор. Видите? Покажу сейчас тоже. Видите, вот шумит вентилятор. Иногда он будет сгореть процессор. Сейчас, значит, мы будем... Тогда он будет сгореть. Так, заходим, PCI Clock Lock. Так, сейчас. Enabled. Так, а сейчас выходим сначала, еще зайдем PCI Hail Status от Test. От OTC. Так, видите, сейчас смотрим. Видео сейчас этот скорость. Так, видите, нажимаю кнопочка Enabled, все, на этот сохранил настройку и изменение компьютера. Вам нужно, давайте, так. А сейчас вот, я зашел в программу BIOS 2 Overclocking. Так, заходим к CPU Voltage. Регулятор. Так, сейчас будем разгонять. Все. Выходим в BIOS. Смел клавишу Save and Exit Setup. Все. Выходим. Сохраняем настройку. Так, и Enter. Теперь сейчас пусть загорит процессор на тест. Теперь вам необходимо проверять тест.
Горит. А, все, значит, я хочу. Ладно, ставим. Все. Ладно. Монтажник. Картинка. Мутап. А, почему сейчас начал? Мы будем выключить компьютер. Сейчас. Делит. Давай, возьмем делит. Тут выгорай. Так, видите, не сойду. А все, я сохраняю. И сейчас горит процессор. Горит. Так, вот читаем. МД Хамар с Эмилю. Видите, какой НАСА. Материнская плата Foxconn. Так, я хочу менять данную разгончик. Этот скорость вращения вентилятора не надо. Все, я выйду, отменяю. Так, и выключу-ка. Не хочет. Все. Видите, написан процессор. МД Хаммер с Эмилю процессор. А, нет, сейчас. F1. Сейчас это сбегаю. Windows, Microsoft Windows XP. Сейчас он загружается версия. Это причина процессора, это опасно. Добро пожаловать! Я Санзоровка Windows XP сверхдивиде. Так, все, теперь снем пуск. Мой компьютер, Force 2. Видите, посмотрим сейчас, какой обычно работать. Так, AMD Hammer Family процессор. Сейчас заходим в программу. Так, сейчас мы заходим в программу CPU-Z. Сейчас он запускается, да, программа. Сейчас процесс загрузки сейчас запускается. AMD Sempron 2800+. Видите, вот, я уже разогнал процессор. Вот, и наработать нормально. Так, читаем. AMD Hammer Family процессор. Модель Unkovich. N. Family C. Видите этот семейный? Модель C2C. Вот, вы указываете, пожалуйста, вы можете указать. Это причина процессора. Все, на этот уже мы уже разогнали процессора AMD Hammer. На этот все уже. Увидимся в следующем видео. До встречи.